Я. Кто? Я. Это новенькое уже. На звуки очень болезненно реагирует. Сейчас. Вот. Хотя это не реагирует, потому что ей уже тут моих звуков хватало за эти 2 месяца. Здравствуйте. Здравствуйте. Что для вас спорт? Спорт – это жизнь. Здесь прорвало трубу с горячей водой. Фонтан образовался прямо на проезжей части, чем, собственно, с удовольствием воспользовались многие автомобилисты. Как мы видим, водители притормаживают, заезжают под струю, особо чистоплотные даже разворачиваются, умоются еще раз. Ну, своего рода антикризисные меры, что называется, нет худа без добра. Бейсбол играешь? Да. Сколько пинчеров на базе? 5. Пятеро? Ответ неправильный. Зигзаг, ты в норме или обкурен? Понимаешь, ЧП, это трудный вопрос, нормален ли я, смотря с чем сравнив. Бля. Я просто похлопаю. Счастья, здоровья. 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 Да-да-да, так. Его! Твою мать, не сильнее пускай. Его! Парни, закурить есть? Не, мы не курим. Ебать. Отпусти тормоз! Ты чё, ебануло что ли? Нахуй ты так резко тормозишь-то, блядь? Съезжай нахуй! Не тормози резко, там фура, блядь! Я не торможу резко. Вот лёд нахуй! Езжай, 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 он не успеет остановиться! Всё, он остановился. Нет? Всё.
Ебать, блядь. Ты вот так нахуй. Один раз лучше увидеть, чем 7 раз услышать. Внимание, черный ящик. Ночью, утром и даже днем много курим мы, много пьем, мы даже рыбу совсем не ловим, потому что мы курим и пьем. Ночью, утром и даже днем много курим и много пьем, мы даже рыбу совсем не ловим, потому что мы курим и пьем. А это не надо, что ли? Не надо, блядь! Я себе ебло разбил! Сигарету где-то потерял! Урод! Кидай, кидай! Блядь, руку дай, блядь! Поехали. Хорош. Ты сейчас на вперед наебнешься. У меня упор есть. Приветствую вас, мои дорогие подписчики. С вами Георгий Грач и третий выпуск «Школы выживания». Я нахожусь в лесу 4-е сутки. Сейчас почти 10 часов утра. Только что проверил все силки, которые я поставил вчера. К сожалению, ни в один ничего не попалось. Дальше я планирую разжечь костер. Блять, ну как ты меня заебала? Ты мне дашь заснять или нет? Ты, да? Да не ты, он. Как зовут? Я. Да ты. Я. Он я, а я ты. Я не фотографирую, я снимаю. Ха-ха-ха!